Однажды во всей вселенной был только Бог. У него было столько любви, что он решил создать человека, чтобы делиться ею с ним. У человека было все, но ему было грустно, потому что он был единственным человеком на Земле. И Бог сотворил Еву. Это была любовь с первого взгляда. Любовь без условий, страха и срукодействия. И жили они счастливо и купались в любви. Пока не решили, что лучше знают, что принесет им счастье, и, разорвав связь между Богом и человеком, принесли в мир грех. Без Бога идиллии между людьми пришел конец. Они перестали доверять друг другу, стали завидовать, предавать, даже убивать. Сквозь века люди пытались вернуть потерянный рай, найти чистую любовь, без которой они не могли бы быть полноценно счастливы, не понимая, что источником такой любви и был сам Бог. И Бог увидел израненные сердца и спустился с небес. Сын Божий Иисус Христос восстановил связь между Богом и людьми ценой своей жизни. Он умер на кресте, победив грех. И воскрес, чтобы каждый без препятствий мог обратиться к Богу, пережить Его любовь и вернуть потерянный рай. Однажды во всей вселенной был только Бог. У Него было столько любви, что Он решил создать тебя.